Приветствуем вас, дорогие садоводы! Как правильно хранить собранный урожай яблок? Можно использовать множество способов. Мы покажем, как хранить яблоки в опилках и деревянных ящиках. В нашем ассортименте появились удобные ящики для хранения овощей и фруктов на зиму. Каждый ящик внутри обит специальной тканью. Это своеобразный чехол, что очень кстати, позволяет опилкам не выпадать и сохранять чистоту. Основная подготовка состоит в сортировке яблок к долгому хранению. Отобрать необходимо только те плоды, которые здоровы и не имеют механических повреждений, лучше с плодоножками. На дно ящика высыпаются сухие опилки в толщину 2-3 см. Затем укладываются яблоки плодоножками вверх, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Далее слой яблок снова засыпается опилками и укладывается второй слой яблок аналогичным способом. Сверху посыпаем окончательный слой опилок. Ваши яблоки будут сочными и вкусными долгое время. Пользуйтесь полезными советами на нашем канале HitSAD TV.